2007 году. Вы боялись болот. В 2010-м вы боялись океана. В следующем году от режиссера Эндрю Траухи страх обретет форму. Там что-то есть, что-то есть. Камера. Мы отправимся в Индонезию, чтобы изучать повадки пятнистых леопардов. Я буду стрелять в него транквилизатором. Что вы можете сказать об этой местности? Здесь пропадают звери и люди. Наш проводник верит, что в этом лесу живет демон. Что там? За нами следят. Что-то убило леопарда. Но надеюсь, что оно ушло. Леопарды — ночные хищники. Нам понадобится специальное оборудование. Перехожу в ночной режим. Вот что мы видим. Смотри, там! Что это? Это какой-то редкий леопард. Вот там! В каждой среде. Мы убьем его. Или он убьет нас. Есть идеальный хищник. Вы думаете, что это демон? Но этот... Что это? Что? Не от природы. Тихо. Бегите! Нам не выбраться отсюда живыми! Джунгли. Что это было?